на регулярной основе. Есть у тебя свои наблюдения? Да, спасибо, Мариночка. Конечно же, есть наблюдения, но тем не менее, то, что благодаря методике Исаия, с которой я уже занимаюсь 50 лет, слава тебе, Господи, как всегда говорю, я никогда не болел, поверьте, не болела ни голова, ни сердце, какие бы нагрузки ни были, ни печень, ни почки, ни желудок, что бы я ни съел и не выпил. Но тем не менее, вот я заметил, что в течение месяца, вот, перед приемом продукта, перед тренировкой, вот появляется колоссальная энергия, колоссальная сила. Вот работает конкретно, я рекомендую, я уже изучил эту тему, что для тех, кто хочет голодать, или те люди, которые занимаются профессиональным видом спорта, непосредственно хотя бы буквально за 5 минут до тренировки нужно выпить вот этот удивительный продукт. То есть мышцы работают намного эффективнее, так как разносится кислород, просто чувствуешь, как мышца взрывается изнутри. Исходя из того, что я видела Голдиса дома, вот мы дали ему на месяц набор, то активайс у него почти закончился за месяц. Вот, Basic как-то меньше шел. Вот скажи мне, пожалуйста, вот активайс, да, ты выпиваешь перед тренировкой, что дальше ты вот чувствуешь? Ну, буквально через 3-4 минуты после приема активайса, если мы делаем интенсивную, но я пробовал заниматься тем же исцеляющим курсом, то эффект буквально на 20-30% выше. То есть хочется еще с большим энтузиазмом прорабатывать мышцы. Жжение в мышцах, оно уходит. Но самое главное, я чувствовал, как на клеточном уровне мышца радуется, так как вот кислород, который мы гоняем в импульсы кровь. То есть те места, куда они не попадают без физической нагрузки, кровь, то есть только благодаря исцеляющим импульсам. Но как вот митохондрии, это вечный двигатель нашей клеточки, электростанции, они просто настолько взъерошивается, такая энергия и радость на душе. Радость на душе, потому что каждая клеточка у нас связана с нашей душой. И когда повышается частотная характеристика клетки, а благодаря этому продукту повышается частотная характеристика клетки, тогда радуется и душа. А что может быть круче, когда радуется душа? Ну и клетка молодец. Взрывная скоростная способность мышц улучшилась, выносливость улучшилась. И я знаю по многим моментам, с кем общаюсь, те люди, которые принимают этот продукт, но это чудо. Опять же, это чудо, так как всю жизнь свою, сознательную жизнь, я отрицательно относился к биодобавкам, но тем не менее, благодаря Мариночке Лавренюк и Виктору Лавренюку, они познакомили меня действительно с разными продуктами, но вот этот продукт меня поразил. Я думал, что уже круче тех продуктов, не буду говорить, какие продукты, что круче нет. Но тем не менее, вот то, что вот я сейчас увидел, и по сути дела, даже с точки зрения логики, 600 врачей, Нобелевская премия за формулу, сертификаты. Там не совсем так, там нет Нобелевской премии за конкретно продукт ПМ, не, но за конкретные разработки были взяты во внимание в состав. Да. Поэтому мое сердце и душа радуются, потому что этот продукт пришел в Украину, благодаря и друзьям тоже во многом. И наша нация будет оздоравливаться. И так хочется, чтобы все люди на планете Земля, даже не просто славянский мир, чтобы люди не болели. Это моя вот мечта, чтобы все радовались, чтобы славили Господа за все то, что имеем и не имеем. Чтобы мы продлевали активное долголетие до 137 лет. У нас есть сейчас вот такая возможность. Голдис, скажи, сколько тебе лет? Ну, мне 59. 59 лет. Я вам скажу, что я Голдиса не видела месяц. Потому что он там ездил в тренинги, у нас были свои движения. И когда мы увиделись, я обратила внимание на зону вокруг глаз. Голдис не пользовался еще сывороткой. Не знаю, пользуется ли сейчас, потому что мы привезли ему, но зона вокруг глаз, морщин стала намного меньше. Ты это заметил? Я не смотрю на себя в зеркало. Зачем работать, посмотреть на себя в зеркало? Но мужчины к этому по-другому, может быть, относятся, но женщины, они внимательны всегда.
всегда и во всем. И это, ну, радует, когда твои друзья, благодаря вот маленькому какому-то нюансу в их жизни, становятся здоровее и моложе. Ведь внешнее, все, что происходит внешне, это то, что происходит и внутри. Я хотела вернуться к системе «Исцеляющий импульс». Это открытое сердце. Кто хоть раз вообще был на тренинге этого замечательного человека? А кто не был ни разу, кто хочет попасть? Есть люди? Слушай, Голтис, давай пригласим. У тебя ближайшее где-то будет обучение? Ближайшее мероприятие будет 22 сентября. Сентября, да. Считаю это мега удачей. И в гидропарке 22-го? Да, в гидропарке. Как попасть? Но на сайте Голтис Академия легко запомнить. Голтис Академия. Заходите на сайт, и там будет вся подробная информация. У вас действительно, благодаря, Мариночка, спасибо, что напомнила, то я забыл. У вас действительно появится шанс изучить методику «Исцеляющий импульс». И плюс вот этот продукт, вот, по сути дела, я сейчас, у меня уже столько моментов, как выходить из голодания, как строить тело благодаря этому продукту. Как быстрее сжигать нашу ненавистную живую прослойку. А у меня есть слайд по этому поводу. Мы с тобой же обсуждали, я немножко подготовилась. Можно следующий слайд? Потому что мы обсуждали с Голтисом, как этот продукт мог бы... Голтис перечитал весь справочник, еще кое-что меня поспрашивал. И у меня вот появилась идея, если что, ты можешь откорректировать прямо сейчас. Ну вот активайся, да, это энергия, кислород, это то, что открывает капиллярчик, сосуд. Не, ну да? По сути дела, вот то, что мы тогда с тобой проговорили. Basic, либо, да. Ну хорошо, на липидный обмен влияет, сжигает, помогает жиры, допустим, улучшает пищеварение, растерит, убирает количество молочной кислоты. После нагрузок омега, вот, это наш иммунитет, эластичность тела. Зимпи-10, это тоже омоложение, регенерация после тренировки, нужно обновиться побыстрее. И вот есть такой импульс, такой важный момент, как голодание, оздоровительное голодание. Вот Дедрин, который мы, ну, у тебя есть уже дома много коробочек, сколько? 3. Вот. А, 6 даже, 6 коробочек, Виктор знает. То есть здесь не надо париться, вот, как выходить из голодания, как входить в голодание. Вот, после тренировки, вот, вечера, ресторейт, это просто, ну, прекрасно, да. Чем продумать. А кто уже так практикует после физической нагрузки или пищевой, даже ресторейт, перед сном? Я думаю, что мы с тобой сделаем отдельное видео, вот, о том, как принимать продукт при входе в голод, при выходе из голода, перед тренировкой, сделаем отдельное какое-то прямое видео. Интенсивнее сжигать жировую прослойку. Потому что многие люди ко мне приходят на семинар, это статистика такая, это 50% людей, даже не за здоровьем, а для, как сжечь жировую прослойку, как произвести генеральную уборку в нашем телесном храме. И благодаря физкультуре «Исцеляющий импульс», когда мы не зависим от тренажеров, вот представьте себе, вы получаете больше эффект, чем на современных тренажерах. За 15-20 минут в день. Тратят в 5-10 раз меньше времени. Это доказывают уже и профессиональные спортсмены, и даже люди, хозяева тренажерных залов, говорят, мы не ходим заниматься в свой тренажерный зал, потому что есть исцеляющий импульс. Виктор начал обновлять свои суставы благодаря продукту PM намного мощнее, чем все то, что существовало раньше. И я горжусь тем, что Виктор уже 2 недели тренируется по системе «Исцеляющий импульс». Виктор, я горжусь тобой. Я горжусь. Я вообще мечтаю, чтобы такая прекрасная система, которая позволит нашим занятым людям, которых некогда, вечно некогда вот сходить даже в тот же спортзал, или, допустим, бегать, где бегать, в загазованном городе, так лучше дома сделать в квартире эти 15-20 минут тренировки. Я вообще думаю, что благодаря компании PM и нашим успехам мы можем надеяться на то, что «Исцеляющий импульс» узнает вся команда PM, весь мир PM, все 52 страны. Можно я об этом буду мечтать? Я тоже верю в это, и что в тандеме «Исцеляющий импульс» теперь будут оздоравливаться народы, люди, и, ну, это да. А здоровый, красивый человек, что он хочет? Он хочет только, чтобы все другие такими же были. Правда? Только так. Никогда человек не станет по-настоящему счастливым, если даже вы будете обладать собственным физическим и духовным здоровьем, если будете видеть вокруг себя болеющих детей, или как рано уходят наши родители, бабушки,
из жизни, если передавать эти знания и писать ячейку, степен, всех тех, кого мы любим, кого не любим, всем любим на планете Земля, зная, что в каждом человеке есть Божья благодать, и каждый человек, независимо от цвета кожи, он прекрасен. Поэтому, когда оздоравливается человечество, мы как единая семья, мы дети Бога, Творца неба и земли, Отца нашего Небесного. И поэтому будьте здоровы, не ленитесь, изучайте, принимайте свою душу, свое сердце, вот эту Божью благодать, которая неспослана к нам свыше. Сегодня Исаак Пентасевич сказал потрясающую вещь. Он говорит, за все в жизни, ну, как бы, есть своя плата. И человеку дано ровно столько же, как счастье, столько же страданий. Так давайте все вместе выберем себе правильное страдание, чтобы жизнь нам не посылала те другие страдания. Давайте выберем себе страдания, вот небольшие 15-минутные страдания во время исцеляющего импульса, потому что это очень впечатляет, когда уже последний уже делаешь подход. Но это настолько воодушевляет, мы же можем передать своим детям не только деньги, которые заработаем, а свое отношение к себе, к своей жизни. Всем людям, кто вокруг нас. Я хочу вам сказать, вот вы прочувствовали свет души этого человека? А представьте мой уровень ответственности, когда приходится решать, что кушать, какую биодобавку кушать ему или его ребенку. Могу ему что-то плохое посоветовать? Никогда в жизни. Я знаю, что каждый из вас заслуживает на все самое лучшее. Я благодарна, Голтис, тебе за то, что ты в плотнейшем своем графике нашел время на встречу с нами, за то, что ты доверил мне такую часть, как чуть-чуть принести еще больше здоровья в твою жизнь. И я благодарю за то, что ты есть. Я знаю, что все люди в зале очень любят тебя. Кто сегодня впервые увидел, поднимитесь, пожалуйста. Кто сегодня увидел впервые человека-легенду, о нем больше знают за рубежом, чем в Украине. Но я благодарю вас за это знакомство. Спасибо. Я тоже благодарю вас, Илья Маринович, благодарю. Хранитель Божий. Небесного благословения вам во всех ваших добрых начинаниях, добрых делах. И верьте в себя. Спешите делать добро. Открывайте свои сердца и Отцу нашему Небесному. И тем людям, которые вас окружают. В этом есть сила правды. Этого хочет Господь Бог, и тогда, только тогда произойдет настоящая реализация. Будьте счастливы. До новых встреч. Спасибо.